Zen Chain. Проект достаточно интересный и включает в себя массу различного функционала. В связи с запросами новых и старых венчурных капиталистов, а также в связи с изменениями планов по развитию проекта, фонд ZenChain решил обновить такую экономику, в него будут внесены незначительные изменения, и все подробности можно увидеть на официальном сайте. Здесь мы видим кнопку Get Started и GitHub. На GitHub вы можете увидеть открытый код, который разместила команда, и соответственно можно приступить к использованию платформы уже сейчас. Сегодня ZenChain протокол уже объявил о своем тестировании. Тестовая сеть была запущена на Binance Smart Chain. Это стимулирующая компания по участию в тестовой сети Lotus и зарабатыванию токенов Zen основной сети. Эта версия позволяет пользователям поддерживать или делегировать в проводнике блоков. Пользователи Zen должны протестировать продукт и выполнить все необходимые задачи, чтобы получить потенциальное вознаграждение за раздачу от проекта ZenChain. Валидаторы и делегаты должны следовать всем социальным ссылкам ZenChain, чтобы иметь право на участие в компании. Для этого процедура валидаторов и делегаторов изучая такую экономику этого проекта, мы увидим, что общая награда ZenChain составляет $30,000 США и $10,000. Время тестовой сети пройдет с 1 мая по 8 мая, то есть было уже завершено. График вознаграждений команда уже опубликовала, поэтому пользователи, которые принимали участие в тестнете, уже могут увидеть эту информацию. Проект, в свою очередь, является уникальным, так как подобных площадок еще не существовало. Рассматривая информацию, которая есть на официальном сайте, можно увидеть все необходимое, что потребуется начинающим инвесторам. Теперь давайте рассмотрим преимущества, которые опубликованы на официальной странице. Здесь мы можем увидеть LendCoin. Это P2P децентрализованная кредитная платформа. Также мы видим Monitor Chain. Это лента Oracle смарт-контрактов для отслеживания информация о других проектах. Token Fee, P2P децентрализованная кредитная платформа для проведения валютных и обычных платежей. И Telegram антифишинговый бот, который поможет разобраться со всеми деталями. Надеюсь, что этот обзор был полезен и интересен. Ставьте лайки, пишите комментарии.